проблема в том, что жители домов, когда приобретали они им показывали генплан, который утвердил нахуй 2007 года, тем же правительством, у нас не украинское правительство, а наше же российское. Президент должен, конечно, должен практически. Люди говорили, вы спрашивали, будет ли что-нибудь, потому что тут пустырь, им сказали, будет парки. Вот показали, вот генплан, я говорю, что он генплан, можно пойти проверить. Кто-то, кто по находчивости, они прямо... Московская область, да? Московская область. А не важно, это Российская Федерация, правильно? Да? Это нет, это не важно. Я не перебил никого. Да, то есть, просто спрашиваю, когда... Да, здесь, да, то есть получилось так, что люди приобретали, да, то есть исходя из одного генплана. Потом говорят, ребята, у нас все поменялось, давайте согласитесь с этим генпланом. Мы спрашиваем, ну, собственно говоря, что вы можете нам, как бы, ну, какой-то компромисс, как бы, с нами обсудить, чтобы мы согласились с этим генпланом. Вот мы говорим альтернативный вариант. Альтернативный вариант отражен, кстати, как участок номер один по постановлению нашего Бориса Дянина замечательного, да, который его там уже подписал. То есть там есть участок номер один, участок номер два. Участок номер один — тот самый альтернативный вариант, который мы в свое время предлагали. Его утвердили, замечательно. Но участок номер два, который вот этот сейчас нарисован, его оставили. Вот. Отсюда возникает вопрос, то есть для чего нам два таких участка? То есть что у нас тут такой огромный трафик предусматривается и что? Вот. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас вышло АИБ в октябре, да? Ну, раз в полгода пересматривается адресная инвестиционная программа. Она вышла вот в октябре, последней редакции. Там написано, я могу даже процитировать по памяти, там написано что-то вроде реконструкции Внуковского шоссе. Вот на эту дорогу никаких денег не заложено. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим в СМИ там выступление Жидкина и его коллег о том, что будет реконструкция Внуковского шоссе, начиная с следующего года, будет построено больше 8 километров. Потом открываем Яндекс.Карты, смотрим длину Внуковского шоссе, вот это вот, которое у нас под окнами проходит, и его длина там, ну, максимум 3,5 километра. Меряем по вот этой вот трассе, там как раз получается 8 километров. То есть получается что? Получается, хотят завуалировать. Да, как-то завуалировать проблему. То есть, ну почему мы сразу видим право не сказать, мы будем строить новую дорогу. Подожди, Максим, вопрос какой? Что с парковкой будем делать? Трасса идет? Если идет трасса, то нужно обсуждать, где она идет. Потому что у нас. По парковке на прошлых. Да. На прошлых, да, показывали нам карты. Парковки, да. Я их показывал на первом этаже. Да. Ты их видел. Да, район, идет да, по парковке. По что парковке мы делаем? Район потерял парк с самого начала, потому что когда мы приобретали квартиру, там был нарисован парк. Да, Максим, бог бы с ним, с районом. Подожди. Не. Было, стало, это все хорошо. У нас история. У нас, да, история, бог бы с ней. Сейчас мы теряем еще и плоскостную парковку. Мы теряем плоскостную парковку. Что мы с этим-то будем делать? Что мы с этим делаем? Вопрос возникает, что мы с этим, с этой дорогой будем делать. Естественно, застройщик того паркинга, который сейчас строится, он быстренько начал строительные работы, потому что понимает, что если трассу начнут двигать, трасса может пойти по его участку, да, и, соответственно, нужно... Да, разрешиловки-то у него нету до сих пор. Ничего нет. У ГСК столицы ничего нет. То есть чисто технически, для того, чтобы нам сохранить вот этот кусок плоскостной паркинга, давай прямо говорить, вот если за себя, да, мне, живущему именно рядом с ним, мне вот глубоко чихать, будут ли паркинги строятся где-нибудь в седьмой фазе, в шестой фазе. Ну, мне это безразлично, ну, можно даже сказать, монописуально. Меня интересует мой плоскостной паркинг. Все остальное мне по барабану. Посему, если вдруг решат ГСК столица в западном административном округе, одна ЗАО хочет отделиться Берлинской стеной или китайской, уж не знаю какой, они хотят забубенить, если они вместо этого 11-этажного монстра под моими окнами воткнут трассу, и сохранят мне плоскостной паркинг. Лично мне от этого будет, ну, в разы более ништяк. Так-то вот, по-русски. Ну, а как ты предполагаешь, тебе сохранят паркинг, если у тебя будет шестиполосная магистраль? Так я же тебе говорю, шестиполосную магистраль вместо ГСК столицы пускай тянут. Глядишь, там несколько полос и нормально хватит места. Где-нибудь на второй этаж, на третий этаж пустят и так далее. Вы ЗАО мучите, отстаньте от ТенАУ. Идите в ЗАО, они от нас хотят отделиться. Вот и херахните, возьмите, расширьте, не знаю, там, Федосина. К расширенному Федосину снесите оставшиеся гаражи, уберите этот проект 11-этажного гроба, ты можешь посмотреть, Солнцевый парк, ты приезжал, что будет. Да, накаля мне такой бы гора Фукусима.
Сносите нафиг, вернее, не стройте лучше. Вон, бетон забетонировали, хорошо, будет основа для дороги. По поводу паркинга, я вчера разговаривал с Роспотребнадзором, вот там эти эксперты уже будут их штрафовать за самострой, потому что решения строительства нет. Ну и правильно, пускай штрафуют, пускай но разоряют и те, кто вносил деньги, эти, как их, члены ЖСК. Члены, они пускай, их не жалко, знали, куда лезут. Нет ДДУ, ну и нечего лезть. Вот пускай вот, вот берут туда, сносят и плоскостной нам оставляют. Еще увеличивают его, там есть куда увеличить. И для нас, для, вот, для первой фазы, это будет самое оно. Делаем односторонний проезд, чтобы нам неудобно было с метро заехать. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Предложи такой вариант. Вопрос, кому? Кому в экспозиции? Опять же, если я его предложу, я что, золотой звезды колпак, самый умный тут? Нет. Да, давай это обсудим. Может быть, другой скажет, я в этот паркинг вложил 650 тысяч, вы что, обалдели его ломать? Да я тебя укушу сейчас за это, понимаешь? А может выяснить, что среди нас дураков нету. Ну и мы все дружно проголосуем, давайте вместо ГСК столицы будет дорога. А может у нас там среди наших домов там 58, дольше. Ты понимаешь, что смотри, есть границы поселения. Сейчас эти случаи проходят границы внуковского поселения. То, что ты говоришь, что ты лечишь со западным округе и районе Новопределки. Ты здесь можешь предложить все, что угодно, хоть там папу. У них слушания прошли худо-бедно, плюс-минус. Да. Похоже, и... трасса пойдет здесь. Ну, сдвинут ее там на 50 метров, сейчас никто не заметит. Сейчас об этом говорить бесполезно. Это, об этом говорить, это надо в зал говорить. Ну, так говорить об этом надо или не надо? Давай вот этот момент выясним. Это надо говорить, но сейчас это не то место, где об этом говорить. Ну, а когда мы еще увидимся-то? Мы увидимся. У нас нету выходных собраний-то. Давай соберемся, посидим, чайку попьем. Надо идти в Новопеределкино к депутатам. Пожалуйста, у нас есть телеграм-группа, можешь не добавляться. Там есть депутаты от Новопеределки, они сами добавились, парочка человек. Зачем они нужны? То у нас получается, мы кричим, в залу сидит гей-кружок. Актив на пассиве, пассив на активе, да, там, и асфальт кладет, не пойми как, потом латает все это дело, да, а тут там, то ходит в храм пожрать бесплатно, там, вот, один там бегает, ой, он опять пожрать бесплатно приехал. Да ешкин ты кот, ну, приехал пожрать, ну, пожрал, дальше ты что? Вот только об этом разговоры идут. Ну, вот я сейчас в Телеграм буду заходить, смотреть, как они там жрут в храме, не жрут. Ну, мне неинтересно. Слушай, нам сейчас все равно, что там творится. Сейчас у нас конкретный КПТ и конкретная вещь. А вот эту трассу здесь нарисовали, да? Вот, собственно говоря, ровно потому, что когда-то давным-давно у нас были депутаты поселения Внуковское, да? Которых мы не избирали. Которые говорили, ребята, не надо расширять Внуковское шоссе, давайте построим вот здесь, никто не живет. Подожди, а выборы когда были? Выборы были осенью. В 2013 году. Здесь... В 2013 году. У нас права собственности не было, мы не могли их выбирать. Я не убирал совершенно. Но в Солнцевых парках выбирал. Максим, подожди, но тут чуть-чуть история. История, Максим, давай меня объяснить, ты не хочешь. Да, история очень простая. Были люди, в том числе и ты, да, которые на совете депутата говорили, ребята, вам нужна дорога. Мы говорим, нам не нужна дорога. Не-не-не, подожди, Максим. Где наш, подожди, Миша, да, я закончил. Вот. Где наш депутат, который наши интересы отставит? Поднялся господин Гусин, где он? Ты знаешь депутата, который организовал этот митинг? Где депутат, который отстаивает интересы нашего района? Да, мы яйца принесли топлые. Где депутат? Нет, потому что мы все ваши депутаты. Замечательно. Ты знаешь депутата, который остановил? Максим. Ты его знаешь, что депутата? Да, мне не важно про эту дорогу, я здесь не живу. Нет, Максим. Спросил я этого депутата, ты узнаешь. Может быть, знаю, мне не важно правильно. Максим, я тут не живу. Там же вам все равно, что стоит. Нет, Максимы, во-первых, разойдитесь, я между вами желание загадаю. Во-вторых, если говорить о том, что мы не голосовали, мы голосовать не могли, у нас собственности не было. Мы не были жителями этого поселения. Голосовали те, кто были жителями поселения. По закону, особенно когда у нас были там споры. Здесь пока что не знаю, проекция. Там следующий период. Если бы депутаты выбирали бы уже мы, то вот этих вот... Подожди, почему новые выборы? Когда вот эти коридоры, пробивались через лес, уже бы не было, что все поселение заняло. Подожди, Максим, а получается, что сейчас депутаты убрали от своих... Максим, а почему ты считаешь, что должны были быть новые выборы? Потому что по закону выборы проводятся, если изменяется граница поселения. К сожалению, так закон еще устроен. Если бы выборы проводились... Когда у нас изменились границы поселения? Если бы выборы проводились по изменению состава населения, еще как по-хорошему выборам... У нас когда границы изменились?
Границы у нас могли измениться, потому что здесь когда? Есть, я объясняю, когда. Здесь есть, вот где как раз эти ГСК находятся, здесь есть земли, которые непонятно кому принадлежат. То они зал принадлежат, то они к Среднегубскому принадлежат. Что-то ты путаешься. Я не буду, я об этом направлял. Мы сейчас говорим, что там есть муниципальное образование. Об этом направлял официальный запрос, кстати, ничего. Ну, его не было, потому что откуда у него моему запросу, он ехал собственно. Вот они границы, аэроспотосъемка, то есть можно посмотреть, где это все. То, о чем говорит Максим. Что, я не совсем понимаю, почему у нас должны были меняться депутаты. А Мугловская земля говорит, что это, извините, ГСК. Ну, насколько, по-моему, закон есть следующий, что если там взрастает какое-то количество избирателей на какое-то число иное, может быть переизбирание совета. Нет такого закона. Есть закон о местном управлении, там написано, в процентном соотношении или в численном? Нет, там есть по избирателям, по-моему, если увеличивается. Нет, это по составу избирательных кругов, есть избирательные круга меняются. Но. Что, у нас там пара соток добавилось, мы должны новые выборы делать? Да ничего там нигде не добавилось, границы не меняются. Не, ну а если добавилось? За пару соток делать там многомиллионные выборы? Да не, тогда бы это в 12 году же было присоединение. А выборы были муниципальные все в 13-м большинстве. 14-12 выборы. Смотри, Максим, иди сюда. Идет. Я тебе покажу, что меня в прошлый раз заинтересовало. Нет, тебе здесь гусик-то не нужен, Максим. Мне гусик здесь нужен, потому что гусик ходил в западном округе, писал пальцем и говорил, ребята, эта дорога будет... Максим, да в рот ему кило-печенье овсяного с изюмом, пускай с чаем кушает. Я тебе показываю, смотри. Не было, я сам видел. Ой, Господи, что это за бой. Иди покажи. Гусик приезжал в школу, которую он может. Значит, первый момент. Это масштаб или нет? Потому что вот здесь дорога есть. Да, ширина указана в несколько раз. Масштабно здесь или нет? Вопрос первый. Вопрос второй. А все это дело у нас автодорога Рассказовка М3 Украина, да? А, соответственно, если вот это будет достаточно широкая часть, не воткнут ли они нам так, что будет большой пробок? Вот с этой дорогой. Как вот здесь будет выглядеть развязка? Дороги есть. Эстакадные разъехались или светофор? Есть по всеми домами, но когда люди покупают квартиры, когда им показывают генплан, где дороги есть. Это у нас Солнцевый парк новое строится, существующее используется, да, и все это дело уходит на СБВ. По границе. Город Московский был вот таким. Границы межевания территории, то есть территория вот, по межеванию ограничивается для этих дорог. То есть если тут смотреть, да, то есть ширина, и наверняка это все сделано в масштабе. В масштабе я так понимаю. Потому что говорят, что это не в масштабе. Бог бы с ним даже с масштабом, от масштаба зависит только вырубка леса. Больше-меньше. Это меня не столь сильно интересует. Меня интересует, как будет вот эта развязка реализована в итоге. Да? Потому что... Удобно или неудобно? Ну, как нужно рассматривать проект планировки, застройки? Я написал два обращения, не одно обращение. Потому что там будет увязка всех этих сооружений. То есть вот это место для нас очень важно. Смотри, дорога проходит. Управляющая компания научилась у вас. По ЖК рассказывал. Нет, дело в том, что из-за чего они выделяют. Вот тут уже утвержденный проект планировки, и в нем уже должны быть предусмотрены мероприятия. Нет, в нем ничего не утверждено, да, в нем все сделано. Вопросов, я же тебе говорю, самое есть основное, момент, как у нас будет выглядеть здесь развязка. Развязку мы можем потом увидеть, вот, прикладывая сюда проект, да, утвержденный проект планировки жилого комплекса рассказывает. Вот мы даже уберем, смотри, до этого момента, видишь, вот этот кусочек, как вот этот кусочек будет сходиться. Он, видишь, он очень неудобный, направо, как ты отсюда направо идешь? Здесь 90 градусов, здесь будет светофор, вот это были симпозии. Это будет все парализовывать. Представляешь, да? Солнцевый парк. Который не может выехать. Бристоль, да, едут через этот кусок, плюс дополнительные люди, уходящие отсюда. Кто? Государство. Сколько здесь будет? Да, мы все начали решать эти проблемы. Насколько много ему светофора надо будет сделать? Я согласен. Строить еще проект. То есть утверждается сначала проект. Сейчас, секунду. Максим. Вот что вот вы там спорите, да? Тебе показываем проблему, давай обсудим, в обсуждении лучше поучаствуй. Вы там спорите, Гусев или Лебедев должен быть. Ну, Господи, что, Боже мой, да пусть там будет Воробушкин. Ты шиш бы с ним. Иди сюда, я тебе покажу проблему. В чем проблема? Не проблему, а вопрос. Смотри, Солнцевого парка.
прокладывается новая дорога. С Бристоля, да, там берется существующая. То ли увеличивается она в размерах, то ли не увеличивается. Бог бы с ним. Вопрос пятый. Как будет вот эта развязка выглядеть? Потому что вот эта дорога нас интересует. Если ты решишь поехать на Киевку, а здесь будет светофор. А здесь светофор будет. И его зачем? Он же строит. Но его можно всегда демонтировать в другом месте, воткнуть. Можно? Можно. Вопрос. Нет. Что мы здесь хотим? Нам вот эти предложения надо давать на слушаниях. Вот этот кусок нас очень сильно волнует, потому что через него попадаешь на Киевку, из Киевки попадаешь к нам. Смотри, ты прям смотри на схему, где у нас... Вот, а видишь, ты говоришь гусик. На схеме все нарисовано на самом деле. Вот, видишь, там, где у нас развязка в двух уровнях, вот так нарисовано, да? Там, где развязка в одном уровне, а здесь развязка в одном уровне, скорее всего. Вот так нарисовано. Еще раз, это же предложение. Предложение, да. Соответственно, мы свои предложения можем дать, если нас это не устраивает. Максим, вот у нас Миша потом поговорит. Сейчас говорите, пожалуйста, с консультантом. Александр. Да, добрый день. Ну, то есть, то, что я вот это сейчас показывал, это шиш бы с ним. Ну, ладно. Ну, подожди, мы до этого тоже найдем. Ну, когда, если мы это сами не обсудили? Консультант посидит, подождет. Мы наберем пул вопросов, да, и этот пул вопросов зададим консультанту. Вместо этого мы сейчас будем опять про Гусева общаться, что ли? Подожди, ну, окей, ладно, давай. Значит, вопрос следующий, да, вот здесь что нарисовано? Тоннели или эстакады? Эстакады, это техническая ошибка. Почему есть написано? Значение техническая ошибка. А что ж вы людей в заблуждение вводите? Техническая ошибка. Но вы понимаете, что слушания же объявлены, что сейчас некоторые люди сказали, ой, ладно, тоннель, тем более господин Гусев, Максим, который глава... Для вас есть маркер, тоники такой, перманентный, зачеркнуть тоннель и написать, да, там, тех ошибок и с правильной мерой число подписи. Уже идут слушания, это уже поздно делать, на самом деле. Вы когда это выявили? Вчера. Беда, печаль. Просто смотрите, в чем проблема. Вот, я житель дома, который находится вот здесь. Эстакада пойдет практически до моего дома. Да? Вполне возможно, я сейчас могу поговорить. Вполне возможно. Вторую часть, вопрос номер два. Вторую часть проектировки тоже вы разрабатываете или другие? Ну, да, это генеральный принцип. То есть это не вы, то есть вы по второй части ничего нам не можете отвечать официально? Во-первых, она не представлена, мы не можем ничего официально говорить. А разве они не в общей концепции разрабатываются? Естественно, в общей концепции. Ну, а почему это представлено? Ну, Московская архитектура как бы объединяет многие организации. Нельзя сказать, что... Ну, просто люди должны понимать, нас слышали, если есть разработанный участок, как он переходит, граничит с другими участками в разработке. То есть тут даже не видно. Вы показываете, да? Ну, вы можете, я понял, извините, что я вас перебиваю вопрос. Можете просто сразу обратиться в генеральный план, в территориальную схему, где как бы цельная картина представлена. Не, и прохождение этой трассы, которая идет в верхней части Боровского шоссе, на Боровском шоссе, там тоже представлено. Уточните, а когда будут слушания, теперь я вас перебил, извините, а когда будут идти слушания, мы на слушаниях только этот кусок будем обсуждать, отрывая от верхней части, да, например, трассы? Да, у нас тут планировочная территория, которая ограничена. Центральная улица, аэропорт Внуково. То есть, когда мы будем обсуждать наш кусок, мы уже будем отталкиваться от утвержденного здесь. Конечно. И вы же будете ссылаться на нас, о том, что, ребята, ну вы же были, да. Вы же видели, да. Глазки видели, кушайте, будьте любезны. Что вы видели? Мы это вот первое. Это вот видели. Да, я не буду, ну, как бы называть, что я вижу. Да, вы скажете, вы видели, вы слушали, вы утвердили. Все, исходя, ну это же сюда должно прийти, мы не можем поставить здесь, здесь. Я говорю о том, то, что логичным продолжением трассы будет то, что утвердится здесь. Эта дорога не утверждается этим проектом планировки. А зачем она здесь тогда представлена? Потому что она уже утверждена, она нанесена красными линиями. Так если она утверждена, как же вы допустили тех ошибок, что тоннели? Это техническая ошибка. Но это невозможно, вы перерисовывали. Что значит? Или рисовали с нуля? Вам сказали как? Нарисуйте по памяти, как вы это видели где-то там на генштабе. В генштабе были, видели, нарисуйте. Все. Язык. Рисуй схему врага. Или вы срисовывали с генплана. Еще раз, я повторяюсь, проект планировки утвержден. Наверное, постановление правительства вам тут неоднократно предоставляли. Номер вы тоже, наверное, знаете хорошо, не лучше, не хуже меня. Красные линии заактированы.
в данном случае, где расположены эстакады, где тоннели, это техническая... Объясните, как вы смогли сделать техническую ошибку, перерисовывая с генплана? Это ошибка нанесена в условных обозначениях, а не на схеме. На, если мы обратимся ко всем транспортным схемам, да, которые как бы делаются, мы везде увидим, что эстакады показаны голубым цветом, туннели показывают коричневый цвет. Здесь в условных обозначениях, которым мы правильно обратили внимание, допущена техническая ошибка. Так что здесь голубым цветом? В обозначениях, типа, на голубой писать стакан. На схеме, которая представлена, показано все совершенно верно. Да, допущена техническая ошибка в условных обозначениях. Где еще могут быть технические ошибки не выявлены? На то они технические, что они выявляются. И спасибо вам, мы очень признательны за это. Нет, наоборот, здесь получается неправильно. Что? Здесь надо было. Не противоречь. Здесь надо было написать эстакады, и тогда было бы все правильно. Я только не понимаю, почему написано предложение по развитию транспортного каркаса. Это можно было бы назвать предложение по непечатные слова. А в чем тогда транспортный каркас, если трасса утверждена? То есть, что мы тогда обсуждаем сейчас? То есть, вот эти остальные... Вы серьезно спрашиваете, да? Я просто, извините, не понял, да? Здесь показано представленное развитие транспортной инфраструктуры данной территории, обозначены реконструкции как существующих, так и строительство новых дорог. У нас появляется новая дорога от Солнцевого парка, реконструкция дороги, существующая через Бристер, и как раз с возможностью... за организацией заезда, то есть не организация, а заезда на эту трассу, солнце будет увидно. Так скажите, вот такой вопрос. В этом и заключается транспортный каркас. Так мы сейчас обсуждаем каркас второстепенных дорог, которые не относятся к солнцу будет увидно. Потому что ваши слова, что эта трасса уже утверждена и пересмотрена. Ну смотрите, если бы мы нарисовали вот эту дорогу, новую дорогу, которая идет рядом с ЖК Рассказовка, да? И мы не показали бы существующую вот эту заактированную в красных линиях, утвержденную проектом планировки дорогу, то как-то было бы неполная картина. А уточните, пожалуйста, это является техошибкой или нет? Говорить, куда у вас эта дорога идет? Вот это является техошибкой или нет? Здесь написано, что это новое строительство. Насколько я помню, пару дней тому назад, когда я здесь был, здесь видно на карте, вы говорили то, что это дело не в масштабе, это реально тоненькая, узенькая дорожка, которая там есть, просто асфальт переложат. Если на этой существующей дорожке просто переложат асфальт, то у нас есть оранжевый цвет, который подразумевает реконструируемую дорогу. И если вы ее реконструируете, то это надо было бы оранжевым цветом нарисовать. Так что с ней получается? Она есть, нету? Она да, нет. Есть, она существующая, но она не отвечает требованиям. Который... Скажите, существующую переделать, это она реконструкция? Она берется в красные линии, понимаете, это новая дорога, уличная дорожная сеть. Подождите, которая... подождите, я все-таки не понимаю, если что-то есть, и это меняют, ну делают шире, уже, выше, ниже, толще, это реконструкция? Понимаете, иногда зачастую грань между реконструкцией и строительством бывает очень тонкая. Она есть на дороге? Есть. На карте? Есть. Вы ее меняете? Реконструкция? То есть, да, у нас есть существующая, которая не трогается, оранжевая, реконструкция, то, что было, стало другим, и желтая, новое строительство. Почему она новое строительство? Она же там есть. Вот здесь, да, новое строится, ее здесь нету. Лес рубят, щепки летят, а здесь реконструкция. Да, то есть, ну, вопрос-то какой? Ну, чисто технически, так вот, если издалека зайти, да, там, бюджет, я готов. Мы говорим, да, мы здесь рубим, строим новую, миллиард. Хорошо, на! Здесь мы тоже делаем новую, миллиард. Но мы не делаем здесь новую, здесь полмиллиарда всего надо. Ну, 38 миллионов 15 копеек сверху, потому что там реконструкция. Вы можете внести свои замечания в журнал, и мы вам будем за это очень признательны. Что вы еще... Исходя из того, что вот это техническая ошибка, и вы невнятно мне отвечаете, не подразумевается ли здесь выделение 2 миллиардов в связи с тем, что это тоннелями проходит? Бюджет! А, что, 2 миллиарда тоннель дороже, чем эстакада? Или эстакад дороже, чем тоннель? Как?
прохождение туннеля или развязка, вы можете обратиться опять к этому постановлению. Да постановление хорошо, так оно молчаливо. Я ему говорю, постановление. Слышите, оно молчит. А вы у нас, собственно говоря, человек, вы говорите. Эстакада. Скажите, пожалуйста, а почему вот... А здесь новое строительство. Выделено разным цветом. Извините, я не слышу. С чем связано выделение границ красных линий разным цветом? Ну вот, допустим, видим, что СВБ у нас... Красные и черные. Красные, да, красные линии, именно это красные. Она утверждена совсем. И черные связи, это предлагается постановление. Очень дорогое. Хорошо, возникает вопрос, для чего нам вот эта дорога нужна? Для чего вы нам ее предлагаете? Да не нужна нам дорога в Волклэд. Ну, ребят, это коммерческая организация. Коммерческая организация у нас, да, есть Крокус Сити. Вот они взяли себе метро построили. Ну, вот есть аутлет, пускай они себе строят дорогу. У меня здесь родители живут. Вот эта дорога... Так, подожди, к родителям и к аутлету разные вещи. Не, ну... Ну, согласись, мальчик. Вот здесь частный сектор находится. Дим Пач, зачем в частный сектор лезть дорогами? Нет, подожди, я просто объясню. Вот здесь частный сектор. Вот эта дорога сейчас из Аутлета, она просто не проехать сюда вообще. Ага. Вот. Если будет отдельная дорога, вот в Аутлет... Зачем? Дорога. У нас, смотри, какая великолепная дорога будет через Бристоль. Так она опять же на эту же дорогу садится. Ты понимаешь, что вот здесь вот, это самое, у меня жена с ребенком, вот и надо гулять здесь. Такой, хорошо. Дорога, а там дорога... Возникает у меня вопрос следующего характера. Если мы в Аутлет делаем за гос деньги дорогу, из Бристоля делаем за гос деньги дорогу. Нет, из Солнцевого парка вопросов нет, там жители как у дурака фантиков набились в коробочку. Но здесь живут буржуи, здесь нищеброды с закосом под буржуев, здесь буржуи. Буржуи пускай на своих вертолетах летают. Опять же здесь население хрен-то маленько, а им опять-таки отдельно дорогу делают. Опять-таки за гос деньги. И здесь за госденьги. Зачем? Нет, а почему ты взял, что здесь за госденьги? А зачем? Может быть, за инвестором как раз. Здесь этот самый, здесь получается тоже офисный центр, здесь торговый центр. Вот эта дорога, я думаю, что будет. Здесь же мы не видим, за чьи деньги это делается. Здесь же и инвесторы. Вот этот объект, например, школа, это же инвестор. Здесь, скорее всего, инвестор. Поэтому по схему не видим. Вот, поэтому вот, понимаешь, ну это территория московская. Вот. Спасибо. Сейчас они будут, я вам хочу право собственности. Я не скажу, что это дорога нужна. Они же все по закону живут. Слушай, а в Солнцевый парк сейчас существующая дорога, реконструируется. Она есть, но она фактически закрыта. Здесь, скажем так, грунтовка. Грунтовка, ну, а это уже подстройку опять-таки мы делаем. То есть кто-то строит, а мы делаем. Кстати, вот это... Вот то, что у нас сделали на этом поле, специалисты скажут, что здесь 30 еще строить нельзя. А дороги мы, дороги мы прокладываем. Нет, ну это план развития. Вот это то, что здесь строится, еще будет не скоро. Вот с этим куском я согласен. Он здесь нужен. Все остальное под большим вопросом. А это что такое? А это здесь пойдет трасса по Астафьеву. Ну, это в Московском, этот во враг спускается, и трасса от Внуково до Астафьева дорога. Он просто кусок сюда попадает. Да, красная линия. Там по пойме Ликовы будет туда вниз до этого самого Астафьева дорога тоже. Опять Киевку убиваем, да? Нет, почему Киевка? Она получается, что... Ну почему? Потому что сейчас развязку делают. Сначала МКАД делали, она стояла несколько, да, там лет. Нет. Сначала нет, начали она делать. Она под Киевкой уходит и туда. Ну, то есть копать-то будут, строить будут. Киевку сузят, стройка начнется и будет опять беда. И пойдем мы в детский психоневрологический санаторий. Дайте его взрослым сделаю. Нет, а что ты предлагаешь? Ничего не трогать? И что, мы сейчас замечания уже пишем? Конечно. Еще раз, да? Вот то, что я... Максим. Сейчас провалимся все. Максим,
Вот в этом месте мы будем делать замечание, что надо делать развязку без светофорную? Ну, конечно, будем, потому что как? Ну, я не знаю, вдруг как бы пропустили, сейчас, вдруг нет, неважно, нет, посчитали. Смотри, нет, я обязательно пишу. Тут смотри, здесь проблема в чем? Тут сейчас стоит светофор, я не знаю, ты там едешь или нет, я там езжу часто. Особенно по выходным, возвращаясь от родителей, с жены. Вот, и здесь стою в пробке, она вот такая уже приличная здесь стоит. Утром да здесь она неприличная, там стоит. Просто все лезут. Там беда заключается в чем? Из-за того, что вот здесь вот машины припаркованы, с правого ряда тебе надо уйти сюда, потому что левый для поворота только налево. В общем, здесь что помешало сделать? Так ее пока не сделали, смотри. Нет, подожди, давай спросим разработчиков. Уважаемый разработчик, подпишите, пожалуйста, людям, которые пришли на слушание, что помешало здесь построить двухуровневую развязку, ну, запроектировать? Вот какие-то ограничения, красные линии или что? Почему? Я объясню, в чем проблема. Сейчас дорогу эту расширили, эта дорога тоже будет двухполосная. Или к неизвестному. Почему? Вопрос, почему нет развязки? Да, почему нет развязки? Организация, которая разрабатывала транспортную схему, сочла нужным, что здесь такое... достаточно. Если вы считаете, что это развязка улучшит... Давайте чисто технический вопрос вам задам. Солнцевый парк население... Максим, не помнишь население Солнцевого парка? 8 тысяч. Это официально. Подожди, 8 тысяч это умеет еще. Ты же сам сообщил. 8 тысяч это они там 18 или 12 тысяч. Нет, это прописанных или проживающих? Прописано. Прописанных 8 тысяч Солнцевого парка, 5 тысяч переделки на ближнем. Бог бы с ним с переделки на ближнем. А 8 тысяч ныне существующих, да, ныне существующих официально людей, да, для которых делается вот эта дорога. 8 тысяч. Сколько там по нормативам получается попрутся сюда? Там 30 тысяч проживающих будет. Будет 30 скоро, тысяч. Скоро. А, ну мы же планируем. Нам надо исходя из того, что мы будет. Мы планируем. Там, конечно, дома там построены. Сейчас просто идет процесс регистрации. Не будем придираться к словам. Не будем придираться к словам. 30 тысяч человек. Подожди. Да, 30 тысяч человек живут у нас вот здесь. 30 тысяч. А Бристоль? Сколько человек? 10. 10 тысяч. 40. А внуковские, будем их считать? Нет, мы же им дорогу делаем. 20 тысяч. 60 тысяч. Ну, какую дорогу? Ну вот, мы делаем на Солнцевый парк дорогу. Правильно? Это не совсем для внуков, здесь больше планируется наоборот, для Солнцевого парка, потому что здесь объекты культуры строятся. Не, для них планируется, потому что у них нету Сбербанка, они теперь будут ездить сюда. Сбер же у них закрыли, ну, бабушки сюда, будут ездить, сюда. Бог бы с ним, убираем, 40, 40 тысяч человек. А при 40-тысячном населении, вот сколько на эту дорогу должно быть нагрузка? Здесь вот вам говорят количество... Въезд-выезд. Почему на это? Давай разберем, почему на это. Почему? Но. А куда? Но это удобно. Улица центральная. Но смотри, давай. Бристоль, да? Ну, полюбас им сюда удобнее, чем вот сюда раскручиваться и ехать. Ну, вот этим сюда удобно. Удобно. Вот этим, вот которые в этой части, им вот сюда. А чем им сюда удобно-то? Им придется раскручиваться сюда, чтобы поехать по Киев. Хорошо, они могут через аутлет проехать сюда. Через аутлет там менты лежачие и так далее и тому подобное. Нет, и это там несоединяемые дороги. Ну зачем? Нет, ну почему? Нет, вот эта дорога заходит. Как они поедут, может они компаниями тропами пойдут пешком, дружными рядами. Да, летом через лес, чтобы заодно грибов набрать, пожрать, чтобы было что. Это вопрос пятый. Дорога-то строится для них, да? Планируется, что люди начнут пользоваться этой дорогой. 40 тысяч. 40? Да не сажай ты 40 тысяч на эту дорогу. Ну, еще послушай. Часть поехали сюда, эти поехали, либо сюда, либо Бог туда. Бог с ним, их убрали, да, взяли 40 тысяч. У этих только сюда выезд самый удобный. У этой части сюда. Вот эти да неудобно им сюда. Им всем сюда удобнее. Им всем удобнее сюда. Сюда. Но не получится светофором все это дело. Давай другой вопрос. А, здесь метро? Да. Здесь метро, клево. То есть, вот это вот все население, Московский, Третий микрорайон Московского, Град Московский, Валуево и прочие, они будут ехать в метро. Часть, конечно, уйдет на Киевку, но часть-то решит поехать сюда. То есть, вот эта дорога должна без проблем иметь движение
Место парящее. Смотрите, и здесь надо примыкание сделать. Понимаешь, еще какая ситуация? Во-первых, вот эту часть просто мы не рассматриваем. Вот здесь вот планируется от Московского дублер Киевского шоссе до Салаева напрямую. Подожди. Давай будем понимать то, что две ветки метро. Да. Две ветки метро. Московский. Давай возьмем наихудший вариант. Эта ветка самая фельдеперстовая. Все прутся сюда. Всем удобнее сюда. Нет, вот сюда. Это красивее, всем удобнее сюда. Нет. Московский будет ездить только сюда. Московский исторически ездит сюда. Московском набежало новых людей, которые купили из-за цены, им это метро не факт удобно. У нас люди захотели сюда. Теперь стало удобнее сюда. Передумали. Тут красивее, вход бесплатный. Транспорт идет. Вот пока транспортное сообщение максимальное. До метро. И, как бы сказать, дефицита транспорта нету. Вот сюда мы... Есть альтернативный вариант. Участок номер один, который утвержден. Есть мы заложили даже, по-моему. Заложили, да, утвержден. Зачем здесь... Слушай, по Маковскому шоссе, ты знаешь историю. И ты знаешь, кому ее рассказывать. Почему ты мне это говоришь? А почему? Почему вы вот, как бы в ущерб одним делаете плохо... Да не мы. Да не мы. А потом ты будешь ходить жителям здесь говорить, что Максим стал расширять это самое. Видел у ДК 2002 года на Ютубе, но в открытом доступе. Ты уже видел? Что? Ну, видел же. Ну, жители были против. Сейчас жители тоже против. Почему вы их игнорируете? Вот жители вам говорят, давайте, если... А, будьте любезны, мне ссылку на это... Где-то дорога должна быть. Смотри, вот здесь говорят, а вот здесь развязка нужна. И сейчас, когда... Подожди, вот сейчас только что сказали, здесь нужна развязка, потому что это магистральная дорога. Здесь нужна развязка. Магистральная дорога. Это магистральная дорога. Здесь развязку... Извините, ребята, это районное значение дороги. Так зачем вы тогда на слушание говорите на всех предыдущих, что это дорога районного значения? Почему людей это обманывают? Что да, потому что она будет дорога районного значения. Ну, у нас полно дорог районного значения. Зачем нам еще? Нужно? Вы выезжайте, куда будете. У нас есть свои дороги. Тебе что, мало дорог, что ли? У нас есть дороги. Внутренние? Внутренние. А вы будете только внутри ездить? Нет, у нас есть Корнея Чуковского, который выходит на Боров. На Боров есть 4 выезда, Максим. Раз. Нет, есть. Подождите, а кто сказал, будет выходить? На данный момент выезжать на Боровку оттуда нельзя. Есть Федосина? Нет разгонки. На Федосина? А вы хотите 100-тысячным микрорайоном выезжать на Федосина? Ну и мы не хотим шестиполосной дорогой доезжать на Боровку. Понятно вам? Нам достаточно двухполосной дороги дополнительно. Все, зачем нам там 6 полос? У нас туда фуры все поедут. Ведущих железные пути. Двухполосной нам достаточно? Да, там были. Я? Да. Нет, конечно. А что вы за нас решаете? Я пытаюсь вам доказать. Вы куда двухполосную-то хотите пустить? Куда-нибудь, ну, лишь бы она шла, и две полосы. Ну это тоже не дело. А зачем нам 6 полос? Ну, 4, но не 6. Вы посмотрите хорошо на вот этот перекресток в Московском. В Московском сейчас 30 тысяч жителей. Вот этот узел на Кивке, вы все хорошо знаете. Вот это место, это просто ад вообще. 30 тысяч жителей. 30! Нет, но Максим. Вы говорите, Максим, что вам будет Максим, 30 тысяч это хорошо, там еще Марина, Валуева и Калужка. Но Марина... Если мы говорим про цифры, оттуда еще немножко тоже люди едут. 10. Мог бы с ним, да, но узел все равно получается. 10. Бутылочное... Да что бутылочное горлышко? Киевка! Мать ее четырехполосная парализуется из-за этого. Киевка самая крупная трасса. Нет, серьезно, вы видели, как Киевка на Московский стоит, перед Московским? Из-за чего? Из-за трафика. Просто, ну, как-то вот звучит очень забавно у вас. Если огромная Киевка стоит из-за 30 тысяч жителей, то вы хотите сказать, что 100-тысячному микрорайону хватит Федосина? Или Боровки, которая уже стоит? Помимо прочего, у нас налево на данный момент нельзя поворачивать. На выезде. Там сделали или еще что-то. Уборка, которая сейчас стоит без вас даже. Зачем? Я просто не понимаю. А далее выезд на Боровку у нас опять же получается какой. То есть вот даже если мы сюда, где мы? Мы вот сюда даже уехали, пускай, да? Вот мы выскочили сюда. Здесь ты уже не расширишь. Хорошо, есть улица Федосина. Зачем нам параллельно еще одна дорога расширить? А что вы с улицей Федосина сделаете? Вы знаете... А расширить? Не-не-не, подожди. Куда? Куда? Подождите, дайте еще вот. Вот как раз что касается улицы Федосиной. Самых первых слушателей. Я даже еще скажу так. Вчера
глава администрации Федоркин и Гусев ездили в Москву в архитектуру, все еще предлагая, вы слушаете меня? Все еще предлагая соединить вот эту дорогу с улицей Федосиха. Они, в принципе, видят в эту логику. Максим. Но, подожди, ну так и что? Никто не дает договорить вообще. С самых первых слушаний, когда вот это все рассматривалось, еще тогда мы говорили, что давайте организуем вместе с жителями вот это предложение. Я тебе объясню, вот у меня есть запись, господин Гусев. Глава поселения, глава поселения Волковская, со свидетелей там было много. Я могу дать телефоны, контакты, адреса. Присев, при Макаренко, кстати, который глава поселения Волковской, выходил к этой схеме и говорил, что ребята, дорога это здесь будет, дорога это вам нужна, и она здесь должна быть. Никаких слов про Федосина не было, никаких слов не было ни про заглубление, ничего, насколько я помню. Поэтому Максим, это неправда. Потому что на генеральном плане... Это был не генеральный план, это была карта с предварительным проектом планировки. Фотографии все есть, мой ПБРУ ты знаешь. На публичных слушаниях карта с предварительным проектом планировки. И на публичных слушаниях. Господин Макаренко взял на себя инициативу собрать. Да, всех. Ну, ты улыбаешься, но все равно человек постарался, да? Собрать всех, из Москвы архитектуры привез специалиста, из Нигенплана женщина приехала с такой схемой. Схема подробная была достаточно. Жители пришли из Новобеределкина, из поселения Волковской, из Переделкина, хотя бы тогда нас не считали жителями, я помню эти слова. Да? Вот. Пришли и все это обсуждают. Гусев пришел, да, и Гусев там минут 15 с пеной у рта доказывал всем, как это можно. Опять этот Гусев? Кто этот Гусев, а? Глава поселения нашего. А-а-а. Он мне говорит, Максим, будешь депутатом, будешь все это тогда говорить. Я от тебя чаще всего про Гусева слышу. Я говорю, когда я депутатом, если я буду даже депутатом, я не хочу тут быть, да, я потом это все вашу хрень буду разгребать, да, буду пинки от жителей на эту дорогу собирать, буду мне говорить, Максим, ты же был против, вот эти депутаты. Подожди, ты все-таки в депутатах. Я в депутаты эти не собираюсь. Нет, ты сейчас говоришь, что Максим, тебя будут твои избиратели, а я и жюри. Я говорю, Гусев говорит, что Максим, когда ты будешь депутатом, тогда ты будешь иметь право выступать про дорогу. Я говорю, если я был бы депутатом, вот после всего этого, да, я должен буду все это разгребать, то, что сейчас вы нарисовали, понастроили, да? Пинки, то есть вы молодцы, понаблюдали, понавыступали, понаездили в Москву архитектуру. Ты в 18 году будешь депутатом или нет баллотировать? Я не собираюсь депутатом баллотировать. Можешь знать, потом. Может, тебя разгребать, когда микрорайон задохнет. Я разгребать все не хочу. Ты разгребать будешь, когда микрорайон задохнет. Так, подождите, разгребает кто обычно? Я, говорит, в депутаты не буду, но разгребать я это буду. Я депутатом не буду, если я был бы депутатом, мне пришлось бы это разгребать. Ты понимаешь? Если бы я был депутатом, особенно если Дума, то было бы тебе на все это дело по барабану. Значит, давайте по теме. Вот, Максим, ты чего выступаешь? Ты чего хочешь сказать? Гусев, как бы, мой молодец, красавец. Да Гусев вообще? Гусев, я тебе про дорогу, ты не про Гусев. Что про Федосина? Где здесь нарисованы шеи Федосина? Почему сейчас про это говоришь? Потому что... А я не понимаю сейчас, Федосина, ты здесь даже не нарисовано. Здесь Федосина не нарисована. Мы говорим-то даже о другом. Я рассказывал вам историю той дороги, которая у вас пойдет. Что мы до сих пор, что мы... Подожди, Максим, вот тебя можно застать здесь с понедельника по пятницу, вот по любасу, иногда даже, наверное, в субботу. И в воскресенье. А вот этот человек сегодня здесь последний день. Ну. Вот я предлагаю все-таки этого человека, который вот в рисовании вот этого принимал, какое участие принимал, да? Вот это правильно. Вот, давайте вот все-таки вот с этим человеком вопросы позадаем, ответы по вот этой всей фигне получим, а далее уже Максима будем мучить. С понедельника по пятницу, а по воскресенье. Да. Я тебя сейчас прям начну мучить. Где моя чушка? Чушка где? Подожди, но... Ты специалист? Я вопрос специалиста задаю. Подожди. Что ты можешь? Можно вопрос специалиста задать? Максима! Ну, на самом деле, да, у нас живот человек. Я начал задавать вопрос. Вот у тебя не было. Вопрос повторяю, чтобы ты был в контексте. Смотри, вот Горовское шоссе идет. Вот здесь эстакада. Горовское шоссе поднимается на эстакаду. Если люди, находясь на эстакаде, захотят повернуть налево, где здесь левоповоротный съезд? Здесь его нет. Да? Вопрос к специалисту. Вы рассматривали такой вариант левоповоротный? Здесь вот показано, да, есть разработки правил планировки.
Но в границах разработки проекта планировки находился бы левоповоротный съезд. Он бы здесь бы захватывал кусок земли. Он здесь продумывался или нет? Как люди будут поворачивать? Если там есть левый поворот, то его просто физически не видно. Потому что еще стоит граница. Здесь все представлено, что разработано в границах. То есть, то есть вы допускаете здесь ошибку еще одну техническую, да? То есть если бы левоповорот был бы в проекте планировки, он был бы здесь кусочком хотя бы нарисован, да? Давайте так, я все-таки не понимаю. У нас один проект планировки, мы все большей части сваливаемся на ваши дела. Я могу объяснить, почему я спрашиваю. Здесь вот эти люди... Он должен еще изображен. Я их знаю, некоторые, да? И их очень интересует вопрос. Будет здесь еще одна статус или нет? Потому что а люди находятся. Так, здесь батут. Вот здесь есть несколько домов. Я говорю, вот так вот чуть сместить и. О, слушай, оно и так глядит, цепляет, да, этот гараж ДСК Москва. Все, сносить его. Ну, наверное, да, да. Все, точно цепляет. Ну какие такие гаражи? Разрешения нету, строят, что-то там заливают. Ай-яй-яй, а-та-та. Здесь. Никаких левых не... А здесь нет, здесь не будет показано. Здесь знаешь как? Надо смотреть, будет проект следующей планировки, вот от этого участка. Давайте рассмотрим левоповоротную эстакаду. Вы тоже как бы... Если вы считаете целесообразным, почему нет? Подожди, Максим, давай чисто технически поймем, зачем нам здесь левоповоротная эстакада. Я тебе могу объяснить чисто технически. Вот ты едешь из области. Какие у тебя способы въехать в район? Нет, ну она нужна. Почему? Смотри, у тебя пока способ единственный. Это спуститься вот сюда, развернуться на кругу и сюда заехать. Но круг. Будет увеличиваться нагрузка. Подожди, давай. Потому что метро. Чисто технически. Миша, ты начинаешь спрашивать, потом перебиваешь. Нет, смотри, ты говоришь только один круг. Ну давай вот здесь посмотрим. Да, вот он наш круг, мы разворачиваемся, и здесь у нас опять-таки есть заезд. Я тебе об этом и говорю, что чтобы попасть в район, ты должен побывать на этом кругу. Только этот круг, все, у тебя больше нет варианта. Подожди, Максим тоже. Да, давай чисто технически определим. Для кого? Для тех, кто едет из области? Ну, давайте попробуем понять, а сколько человек у нас вообще из области едет непосредственно вот сюда? Что им здесь делать? Ну, это не такой большой трафик. Гораздо важнее выезда отсюда раз и заезда отсюда два. Максимум отсюда. Плюс отсюда. Отсюда, ну... Максим, ты же помнишь, это реверсивное движение. Ты же понимаешь, что на круг нельзя здесь ничего так сильно нагружать, потому что любая авария... Нет, еще раз, да, я понимаю то, что отсюда с понедельника по пятницу мы едем туда, отсюда едем вечером. Ты понимаешь, вот чего, вот этот район Солнцепарк. Здесь находится, наша поликлиника, б, наш МФЦ в перспективе, возможно, да? Подожди, если мы говорим об этом, то давай подойдем сюда. Ты планируешь отсюда вообще ездить? Иди сюда. Смотри. Дошкольное учреждение нам не нужно, у нас своих три садика. Общеобразовательная школа. Может, там спецшкола какая-то, откуда я знаю. Кружки там, все это. Общеобразовательная школа на 1000 мест нам тоже не сильно нужна. Храм тебе нужен, не нужен, не знаю. ОВД и гараж. ОВД храм это нас, хорошо. Храм у нас здесь есть. А синагога где? Синагога не знаю. А мечеть? Я мечеть хочу. Вот эти... Очень хорошо будет. Мечеть. Это примерно как храм. Ну да ладно. Я агностик просто. Мне любая религия, она неинтересна. Вот эти вещи мы вообще не учитываем. Вот эти вещи не учитываем. То есть у нас в Солнцевый парк появляется только ОВД. И только вот эти, еще раз говорю, школа. У нас своей школы достаточно. Тут кружки достаточно. Ну какие здесь кружки? Кружки все какие есть. Максим, ну я тебе честно скажу, живя вот здесь, вместо того, чтобы сюда сдавать непонятные кружки, я сдам лучше сюда. Хорошо, это пока ты можешь это сделать, потом скоро выйдет нормативка, когда тебя откажут на основании районной принадлежности. Ну они все платные, ну как они откажутся? Смотри, я к тому, что я не про нас. Я не про нас, смотри, здесь есть школа, зона притяжения, да? Поликлиника наша, территориальная. Здесь поликлиники нет почти. Нет поликлиники. Так, минуточку. У нас поликлинику... Больница и станция скорой помощи. Нет у нас поликлиники.
Так. И это отложено хрен знает на какой срок. Но жить в эту пору не факт, что мы будем. Не факт, ага. Но поликлиника ты будешь ездить сюда. Потому что здесь тебе скажут, извини, чувак, у тебя здесь поликлиника, а врач тебе не нужен. Скажут. Врач тебе нужен. Не скажут, я могу прикрепиться куда угодно. Прикрепиться когда у нас поликлиника будет? Врач, так, взрослая. Переделки на ближнем, взрослая и детская. 18 не так далеко. Доброе утро, как всегда. Это кто так? Я вот пинский карт. Какое у нас расстояние от домов? Вот там метров, это самое, сколько там? Метров 70 от силы. Нет, тот, который висел у нас на первом этаже. А по нормам? 65 метров здесь. 65 метров, а по нормам? Что значит по нормам? Нормы. Есть расположение дороги относительно домов жилых? Чтобы отвечал санитарно-биологическим нормативам, ну, и по уровню шума, и все. Только по уровню шума? И выбросов в атмосферу. Нет никаких вот... Да есть, конечно. Конечно. Это магистраль второго класса. Смотрите, так, давайте я с вами не собираюсь разговаривать об этом. Еще раз говорю. Придет проект планировки, будем разговаривать. Мешает вам, как это говорится? Да там две полосы приезжают. Там машины стоят. Подождите, смотрите, вот просто здесь проект. Здесь ширина 8 метров. Вы почему сразу? И тут будет 6 полос, а здесь... Да кто вам сказал, что 6 полос? Там максимум 4. Кто нам сказал? Да. Обманули, сволочи, подонки. Мы не можем сказать, если есть, сейчас это утверждаемый чек. Там все правильно. Мы сейчас боимся того, что... С причиной вы, наверное, понимаете. Вот здесь... Я понял. Здесь огромный район, с поликлиникой, УВД и все остальное. Въехать отсюда сюда можно пойти вот таким путем. Здесь дорога тоже будет строиться, конечно, можно и так не так снизить. Но вот там вы выйдете, но на магистраль второго класса. Но подожди, Максим, если мы посмотрим ту дорогу... Максим, давай все-таки вот по чесноку. Помним же карту на первом этаже? По ней у нас вот здесь вот еще дорога идет, нас опоясывающая. Я только что сказал, но по ней можно ехать вот так, вот так, вот так, но вот так. Но это, извините, Париж чесноку ехать. На машине это нормально. На машине может быть и нормально, а на общественном транспорте это вообще удивительно. А на общественном транспорте здесь сделают выделенку, и все, будет одна дорога, сплошная выделенка. Нет, не серьезно, здесь любая авария здесь перекресток будет в одном уровне. Между надо прочим. Побольше полос делать. Здесь перекресток будет в одном уровне, по твоему сведению, вот этой дороги с магистрали. Любая авария на перекрестке, любой затор, и ты отсюда попадешь. То есть, да, когда мы говорим, что нам хватит здесь чуть-чуть дорожки, то любая авария, получается, запрещает нам одну дорожку обойти. Ну, конечно, всегда должна. То есть дорога нужна. Конечно, конечно. Любые дублирующие варианты должны быть. Вот. Ну, про эту тему сейчас говорить не можем. Не будем. Там человек русскими языком. Хорошо. Как бы не по теме. Ну, вот смотри, да, все-таки возвращаемся сюда. Здесь должен быть сквозняк. Правильно? Сомнений, подождите, я об этом говорил, когда ты уходил. Здесь смотри, должен быть сквозняк. Если здесь не сквозняк, то тогда, во-первых, все движение здесь становится, да, рано или поздно. Здесь поток увеличится, метро появляется. Подожди, смотри, второй момент. Все движение там. Здесь что у нас должно быть? Тот же самый сквозняк. Здесь, а зачем здесь? Объясняю, зачем сквозняк. Вот это outlet village. Назову же, сволочи, русских слов как будто нет, да? А это Бристоль. Бристоль через Оуклет может сюда выезжать. О, здесь склад, кстати, видишь, как все хорошо. То есть, еще... Да бог бы с ним со складом. Смотри, если им разрешат поворот налево, это будет затык. Если отсюда разрешат поворот налево, это будет затык. Смотри, мы это все говорим, но позиция разработчиков сейчас такая, что, извините, ребята, это дороги низкого класса, районного значения, зачем тут городить эстакады? Еще раз, да, можно вот здесь вот обойтись без эстакады тем, что поворот только направо и заезд только отсюда. Ну, если он хочет с Киевки где-то вот здесь вот развернуться на кругу и вернуться, ну, пожалуйста. Тогда такой вопрос. Тема проекта планировки территории является организацией дорожного движения? То есть вот про разворот? Да, вы можете, естественно, эти предложения вносить. Ну, то есть вы их будете рассматривать как часть проекта планировки? Они просто скажут, что, ребята, это обращайтесь к транспортникам, к сотовому, и он будет этот вопрос решать. Ну, в том числе, он на дальнейшей стадии он будет это. Ну, знаки. А строительство? Значит, смотри, да? Наша задача, чтобы здесь не было ни светофора, ни возможности поворота налево, ни возможности поворота налево. То есть нельзя отсюда заезжать, перекрывая дорогу. У нас здесь узко. Мы не можем полосу отдать под поворачивающую, правильно?
же можно здесь повороты организовать, как в Нижнем Новгороде любят делать. Ты направо уходишь, потом налево идешь. Или как направо. Ну, еще раз, да? Круговое движение здесь втыкать нельзя. Это факт. Светофор здесь втыкать ни к чему. Это факт. Вот надо что-то делать вниз и что-то делать выше. Или что-то, как правильно сказать. Предложите организовать поворот. Максим, ну мы же это не утверждаем, мы с этим ознакомливаемся и на слушаниях вносим предложение. На самом деле не совсем так. На самом деле по закону слушания, цель слушаний, чтобы население согласовало схему. То есть у нас страна как бы демократическая, да, ну может быть никак, не знаю, вот. А утверждать не буду. Но здесь происходит что? Происходит, что спрашивают наше мнение, да, и мы свое мнение должны высказать. А у нас страна демократическая, и правительство Москвы, да, оно рассматривает наше мнение в протоколах публичных слушаний и принимает решение. Правительство может не учесть наше мнение, как ты говоришь. Вот, но тогда получается, что уже как бы идет какой-то компромисс, и идут какие-то нарушения. Ну, демократии было достаточно, то, что мы на выборах поучаствовали. Учтет, не учтет. Еще раз, предложения-то у нас какие будут? Предложение номер раз. Да? Здесь я согласен с тем, что нужно в разных уровнях. Здесь надо рассмотреть, если здесь дороги избежать нельзя, то должен быть левый поворот какой-то, потому что въехать в район будет невозможно. Опять же, смотри. Здесь я, Максим, не знаю, нужно ли два уровня. Ну, ты спросил, скажи, пожалуйста, ты по Минке ездил давно? Да? Пойдем я тебя... Нет, на той карте это будет не видно. Значит, смотри, вот есть лесной городок, да, на Минке, например. Вот представим, что это лесной городок. И здесь был вечный затык, здесь был светофор, вечный затык. Теперь ты для того, чтобы из Лесного попасть в Москву, ты можешь повернуть сюда, раскрутиться и поехать в Москву. Если надо вернуться в Лесной, ты раскручиваешься здесь и возвращаешься. А здесь ты где раскручиваешься? Вот налево повернуть хочешь, где раскручиваешься? Откуда? Вот ты здесь вот стоишь, и хочешь налево идти, как ты здесь раскручиваешься? Здесь нет вариантов. Я тебе говорю о том, то, что да, зачастую вот эти вот поллоптя на карте, это не так страшно, если это разгружает дорогу. Но это не так страшно, если есть свободная дорога. Вот. В нашем случае, очень важно, чтобы здесь не было светофора раз, не было светофора два. Они там есть, куда ты их денешь-то? Это население замкнуто. Не знаю, сделал круговое движение, сделал там. Потому что если там находится светофор, ну вот ты здесь расширяйся, да, а там ты воткнешься, ну вот по самой не балуйся. Когда речь шла об этой эстакаде, вот в архитектуре, нам говорили следующее: ребята, здесь нет левого поворота, будет здесь реконструироваться перекресток Шолохова. Вы сможете развернуться здесь, в разных уровнях, и сюда вернуться, или сюда вернуться. Но сейчас реконструкцию городского шоссе отменили, вообще, в принципе, отложили этот проект. Это официальное заявление Москвы архитектуры было изучено. Поэтому этой возможности у нас уже нет. У нас возможность номер раз – это круг, и у нас возможность номер два – это вот здесь, где вот, вот тут где-то, да? Но чтобы развернуться здесь и утонуться вот так, нам нужно выехать на эту дорогу опять. Здесь перекресток, здесь поток Сминки, поэтому неизвестно, как ты там быстро крутанешься. И получается, что люди будут стоять пробки на кругу, ты не сможешь попасть домой вечером, там, возвращаясь откуда-то с вечеринки, с пруда, откуда еще. Здесь будут стоять, здесь будет станция метро. Хорошо, давай разберемся. Вот ты говоришь поворот налево. Куда он будет идти? На Шолохова? Поворот налево, на Федосина может идти. На Федосина. Может на Федосина идти, может идти на эту трассу. Вот, а здесь возникает вопрос. А на Федосина смысл ему поворачивать, если у нас Федосина заезда, например, не будет? Вот это другой разговор. Но мы этот другой разговор идет в этом куске, а этот кусок мы сейчас не обсуждаем. Поэтому нужен здесь поворот либо на Федосина, либо на трассу раз. Вот тот круг тоже нужен два, у тебя получится раз на Федосина выход. Здесь у тебя через Федосина будет круг, да? Вот. У тебя здесь останется круг более-менее свободный. Но смотри, подожди, давай разберем. Если здесь идет поворот сюда, то тогда логично из Федосина сделать в обратку. А-ля подкова, как... Сюда! Она вот здесь нарисована обратно. А что перед сценой? Она есть. Там не увидишь, там надо стоять. Ну вот, смотри. Вот в этом месте это можно исполнить. Вот оно место достаточно удобное. Вот это надо делать, конечно. О, значит, у нас нужна задача какая? Если здесь появляется дорога, она не должна мешать свободному движению здесь. У нас появляется здесь дорога.
уходящая. Она не должна мешаться проезду здесь. Раз, два. То есть это меньше приоритет, чем здесь. И здесь, да? И надо понять, из ЖК рассказывала, как будет выезд, он не должен мешать проезду здесь. Ну вот ЖК рассказывала, лучше выезд. Нет, смотри. Кстати, насчет суда. Вот, обрати внимание сюда. Видишь, вот он, их не выезд здесь как раз разбирается. А тут нет выезда. Ты посмотри на схему есть? Максима. Ну, тут вот эта вся конструкция, она имеет вот сюда выезд и вот сюда выезд. Я тебе сейчас даже покажу. Они вообще ее сейчас не рассматривают. На существующую выскочить смогут. Значит, у нас задача. Вот этот выезд, чтобы не мешал. Вот этот выезд, чтобы не мешал, правильно? Конечно, здесь вся ЖК вешается на эту дорогу, понимаешь? А как еще? Следовательно, дополнительно, что вот отсюда, с старого Боровского шоссе, делать заскок на Федосина. Либо со старого, либо с Боровки делать заскок на Федосина. Откуда-то надо сделать. Потому что здесь налево повернуть только через круг можно. Ты видел перекресток? Он очень веселый здесь налево стоит. Это вот у нас по вот этой дороге. Остальные дороги давай разберем. Вот здесь нас что-то интересует. Здесь нас интересует только ширина вот этой дороги, может быть. Но Петлякова она и так есть. Она есть, но если ее будут расширять, тут же у нас что, здесь у нас две школы. Мне ее не будут расширять, она как существующая. Она идет как реконструкция. А, как реконструкция. Но ее могут расширять. Могут расширять. Бог бы с ней. Вот этот кусок леса вырубается. И вот это вот яичко зачем нужно? Сейчас мы до конца обсудим, что это? Грыжу, видишь? Грыжа. Это же крутануться вот здесь, я так понимаю. А? Или будут крутануться. Но это нормально, это хорошо. По каким-то еще вот разговорам. Но главное, чтобы не было беспорядка. Первое, что он сделал, там с кем-то забежал. Не надо. Они начали устраивать провокации. Ерунда. Провокации устраивал товарищ, стоящий на сцене. Ерунда. Потому люди стали. Я говорю не про эти слушания, а про еще прошлое. Провокации и прочее, это все оставим. Кто-нибудь какие-то вопросы имел? Я стоял у сцены, Семенников обманул, так сказать, да, он сказал, что... Давайте через вас держали. Жестко. Не поддержали. Они высказали один из замечаний. Они поддержали. Но ты депутаты, кстати, тоже решение приняли, поскольку не известно. Приняли к сведению, тоже. И очень интересный момент. Что, совет депутатов? Максим! Какое решение? Совет депутатов собирался? Господа, о чем мы опять в составе, который всегда может собраться? Где наш? Дядька специально приглашенный. Да, то есть он вообще скинтил? Нашел, дайте ему сходить. У вас же какой напор бурный, горячий. Человек. Его сколько нету? Сколько в человеке, оказывается, что он вот 10 минут его не может из себя тянуть никак. Он, видимо, ушел куда-то. А сейчас придет. Что, решение совета депутатов разве было уже? Когда? 10-го. Вот этот вопрос Не то чтобы не очередь, просто там перенесли чуть-чуть раньше, если там по другим вопросам там. По бюджету изменились расценки. Я так понимаю, зал всегда не здесь, а здесь экспозиция. Да, и как раз самое в этот же день привезли экспозицию, и сразу уже 11 экспозиция была бы запущена. Во время этого нельзя здесь снять. Предложение свои мысли. А еще беда, печаль. И печенье не даете. Спрятали в углу. Берите, господи. Берите. Она спрятана. Вот на стол. Кто хочет печенье? Пожалуйста. Возьмите. Чтобы жить как нет. Могу при вас попробовать. Ладно. Спасибо. Вот так вот печенюшками Майдан устроили в одной стране. Фигуру? Фигуру, у меня город еще квартирные для многодетных, да? И вся эта ситуация отнесена сюда. То есть если вначале худо-бедно шли по опушке дорогой,
то сейчас пошли через центр. И в результате, в общем-то, этот лесопарк фактически уничтожается. Но это экологическая часть. Значит, вторая часть – это дорожно-транспортная. Собственно, ради чего строят дороги? Для того, чтобы решить вопросы с движением, чтобы обеспечить нормальное, так сказать, транспортную доступность всех районов. Проблема следующая. Вот у нас здесь, потому что проект разделили на две части, но тем не менее, на этой части у нас есть развязка эстакадная с Валуевским шоссе города. И с нее нет никакого, ну, грубо говоря, это единственная на сегодняшний момент показанная во всех проектах, единственное кольцо, которое является выездом на Боровское шоссе со стороны микрорайона Переделки на Ближнее. И оно же будет единственным, по сути, въездом на территорию транспортно-пересадочного узла Рассказов. Пропускная способность здесь 1200 машин в час всего лишь. Значит, вот Мипигенплана в ответе на вопрос, а как же это все поедет или встанет, они, в общем-то, ну, ответ не дали, по сути. Они признали проблему. Но получилось так, что вот в этом коридоре вот прохождение подобной дороги, оно не позволяет сделать левоповоротные съезды, направленные ни в сторону ТПУ, ни в сторону улицы Федосина. Поэтому вот, вот эта вся схема, фактически реализуя вот такое направление, здесь уже не получится по техническим соображениям, по крайней мере, если вы говорите об эстакаде, не получится по соображениям уже техническим сделать дополнительные левоповоротные съезды. Вот если бы речь шла о тоннеле, что очень важно, тогда можно было бы рассмотреть такой вариант. Поэтому все эти вопросы тоже, в общем-то, обсуждались, ну, говорили об этом, признали, что нужен третий ярус. Если вот так бабушку вот сделать. А как? Вопрос на засыпку, Максим. А вы не сделаете. Здесь слишком, смотрите, они почти под острым углом пересекаются. И там уже дом стоит. Вопрос. Извиняюсь, перебью. Максим, подожди. Подожди, Максим. А мы можем сейчас, для того, чтобы не было потом недопонимания, зачеркнуть тоннели и написать эстакады? Ну, потому что мы смотрим, мы видим. Мне кажется, да? Это должен делать тот, кто вносил это все. Ну, да. А не тот, кто просто подошел. Ну, можно вообще попросить? Ну, вообще-то вчера я попросил. В связи с этим, есть предложение. Мы подробно тут, вот они изложены. Я бы сейчас озвучил так коротко, но, в принципе, почитайте. Смысл в чем? Смотрите. Вот эту схему нужно пересмотреть сопряжение Боровки и собственно говоря, это два. У нас получается сейчас беда какая. У нас хотят сделать дорогу, пройти по над домами, да, по над домами, и тем самым строящийся здесь 11-этажный гараж, он не будет нам интересен. Кому он будет интересен? Вот этим вот дальним домам от гаража. Нам он будет неинтересен, мы на него попасть не сможем. У нас здесь будет трасса. Сейчас про объединение с Федосиным? Я говорю о том, что в нынешней редакции, да, если брать вот верхнюю часть вот над ней, да, у нас трасса проходит вот так вот под над домами, убирает нам плоскостную парковку, которая нам нужна, которой мы можем пользоваться, и возводит вот здесь вот 11-этажный паркинг, который только сюда, ну, отсюда на паркинг не попадешь. Да. Да? На кой ляд нужен 11-этажный паркинг, если 5 этажей компенсационные, компенсационные 5 этажей, оставшиеся 6 этажей на продажу. Кому эти 6 этажей будут нужны? Мы попасть не можем, им они, ну, не впились абсолютно, но они далеко, дорого, не нужно. Понятно, ты про что сейчас? Я про то, что, да, взять и оставить нам плоскостной паркинг, вот эту вот красную точку, нет, ну, красной границы нашей не трогать, а пустить дорогу по нынешним гаражам, которые поломать ядрень и фене. Не по гаражам, а по Федосину. Мы два года уже. Да давайте по Федосину вообще хорошо, тогда вы гаражи от них отрежете. Нет, вообще ее отодвинуть сюда, и чтобы она по Федосину. Нет, подожди. Тогда получается ерунда какая. Вы отрезаете гаражи. Что тоже неправильно. Сносите их. От них? Да. Так там и тут сам по пешком переход все равно будут. Ну, они тут до гаражей доедут. Как ты будешь заезжать в эти гаражи? Заезжай в Переделки на Ближнее.
Есть у тебя здесь большая трасса, как ты в эти гаражи будешь доезжать? Да, она небольшая трасса, это для этого делается, что так как здесь начинается заезд. Маленькая районы, трасса, зачем гаражи нужны? Сначала ракушки снесли, вот снесите теперь гаражи. Нет, а понимаешь, ну, по гаражам трасса, еще одна дорога, две дороги рядом, ну нелогично. Как нелогично? Вот мы на скором архитектуре тоже это объясняем. Почему? Зачем Федосины и рядом еще дорога, а между ними мертвое пространство? Соедините дорогу. Вчера Костин об этом услышал. Он уже давно услышал. Хорошо, тогда расширять. Нет, расширять, нет, хорошо, Федосина. Расширить вот Федосина. Должна быть как Федосина улица. Я тебе объясню, почему нельзя. Потому что Федосина существующая дорога, которой худо-бедно хватает. Гораздо лучше ее расширить. И тогда можно будет делать вылетные какие-то моменты, чтобы они не мешали. Залетные, прилетные, улетные. Федосина расширить? Ха. Какие проблемы-то? Ну, если Федосина расширить, тогда вот как раз то, что они не хотят широкой дороги. Ну, а ну, сколько она будет широкая? Ты две полосы сюда дорисуй, у тебя будет две туда, две обратно. Ну, еще, значит, две нарисовать будет шесть. Я объяснил, зачем это нужно. Потому что нужны полосы уход направо, нужны полосы уход сюда. Это четыре полосы, просто, понимаешь как, шести полос, оно шести полос. Ты сейчас говоришь о четырехполосной с полосами разгона и торможения. Тогда да, там получается, что просто дополнительное пространство. Да, 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 расширение. В некоторых местах, где нужно поворачивать. Вот это два года мы добиваемся и хотим, чтобы нас жители поддержали. А жители не слышат. Мы вообще не будем слышать. Тетери! Тетери глухие, а не жители. Вот теперь, услышав это, что мы будем делать? На публичных слушаниях глава объявлял, но я не понимаю. Я не хочу сейчас говорить юридической части, но наши слушания должны были пройти по проекту планировки территории или нет. Пубертатный период, прыщи, стесняемся. Ну ладно, ладно. Знаешь это? А, прыщи, потому что никто не дает. Никто не дает, потому что прыщи. Замкнутый круг. Что касается утверждения проекта планировки. Крем от прыщи никто не дает. Дорого стоит нынче красиво. Так. Естественно. Главное вот эту дорогу не убить. А ее убить хотят. Почему так случилось? Нынешний рисунок ее убивает. Вот эта дорога, вот эта, она уже мертвая. Тут там что-то... А, ну вот здесь дублёк планируется. Не нет, надо рассказывать сказки, здесь планируется зоопарк. Мы рассчитываем, что к нему вернемся. Зоопарк он вон, почти близко. Это не зоопарк, это заповедник. Здесь отстрел зверей запрещен. Знаешь этот анекдот? Не знаешь? Хочешь, я расскажу? Просто есть. Два друга. Ну, были братва, там все дела, прошло время. Один уехал в регион, другой остался в Москве. Нет, москвичу говорит, да, говорит, Вась, приезжай, давно не виделись, побухаем, все дела. Ну, тут приезжают, в баньке сели, попарились, туда-сюда, скучно. Павел говорит, зверей постреляем. Говорит, каких? Говорит, белых что ли? Да нет, говорит, ну сейчас говорит, найдем там армян. Да ты что, говорит, как так? Говорит, а у меня лицензия есть. Все дела, все хорошо, чин-чинарем. Ну, ходили, ходили, нашли одного, подстрелили, классно. Ну, говорит, слушай, а сделай мне лицо. Да не вопрос, что сделал ему лицензию. Тут приехал домой, навернул, скучно, пойду постреляю, вышел, что давай, все, бегает ОМОН, морды в пол, руки за спину, он такой, ребят, у меня лицо есть, говорит, ты охренел, Москва, это заповедник, здесь недострел, тут еще. Вот она наша тема, вот эту дорогу убивать нельзя. И объясни мне, зачем там поворот? Вот здесь. Зачем тут поворот налево? Ага. Ну, должен. Зачем? Блин, ну, есть дорога, есть по краю. Надо. Нет, что, ну, я вот подожди, сегодня, подожди, вот, подожди. Поворота налево не хватает. Подожди. Поворот на Федосина? Да. Зачем? Ну, нужно, люди ездят. Я вот всю жизнь езжу, мне не хватает там поворота. Вот это смотри. Вот, да? Даже переделка на ближний доехать. Ну, сейчас ладно, здесь. Но. Вот это вот вечное движение. Вот, сюда. Тебе сейчас убило, удобно вообще стало? Тебе сейчас удобно стало так ездить? У нас? У нас то, что запланировано, вот если в московском брать, то есть дорога до Ставкева вот здесь внизу и дублер до Саларьева.
Потому что у нас, например, старый город, я старый житель Московского, да, вот эта дорога, она здесь была всю жизнь, получается, что вот эта вот дорога, она как вот ваша там, Ахматовой, да, так как Господи. И вот это, собственно, тоже. А сейчас получается, вот это все, вот из града люди едут. Лежачих положили. Да, и вот это нагрузили, конечно. И вот мы тоже старые жители в шоке. Второй у вас прикол. Автобусы стоят повернуть налево, убивая одну из полос. Ну, вообще нонсенс. Да, да, да. То есть здесь, ну, я говорю, вот иногда можно утром, вот, учитывая расстояние, да, надо 5 минут ехать. Могу час ехать. Вот только вот этот отрезок вообще. Хотя живу я вот прямо вот здесь, вот, то есть не до Кивки вообще. А где есть военная часть? А? Нет, здесь есть военная часть. Это радиоэвакуационная станция. Есть военная часть. Смотри. То есть развернуться на кругу и пойти назад несложно. Давай с другой стороны зайдем. Ну, может быть. Зачем тебе отсюда ехать сюда? Маловероятно. Нет, ну, для какого количества людей это? Для ног. А, я тебе еще, знаешь, что, вот объясню. Хотя, в принципе, если будет солнце, будет увидно, у них будет съезд. Просто все Новопеределкино, оно же едет по Кивке, вот так. Точнее, не все, но половину, по крайней мере. Они перестанут ехать так? Не перестанут? Нет, конечно. Вот гады. Им дорогу строят, они никак ехать не хотят, иначе. Задача-то какая? Боровку разгрузить. Убрать здесь светофоры. Вот эти вот два тупиковых момента. То есть, вот знаешь, как это делается? Да безобразие просто. Просто убираешь светофор, запрещаешь повороты. А как там это самое, как там жители? Откуда, куда? Ну вот эти, тут же смотри, какая сильная. Вот здесь, пожалуйста, езжай. Ну, один светофор будет вообще тогда на одном светофоре все станет. Все будет хорошо. Да. А то, что это станет частью СПБ, мы этого боимся. Вы хотите затупиковать вот здесь? Ну, можно было бы, да. Ну, тогда это точно уберет транзит туда, на Минку. Если это как-то соединяется, да, там, по вам, да? Ну, машины спокойно будут ездить через нас. Знаете, и зачем вообще эта дорога вот здесь вот нужна? Здесь тупик, пусть все едут. Потому что вот здесь вот деревня рассказывает, да, здесь будет ТПУ, метро. Люди с области, они поедут, даже если этой дороги не будет, они поедут тут, они все поедут сюда. А вот здесь станция Мичуринская, на ней тоже маленький ТПУ планируется. И вот здесь вот эта дорога, для того, чтобы люди приехали по Сминке на этот ТПУ и уехали на электричку. Вот потому что, например, на метро... Подожди, Максим, я не совсем понимаю. Люди, которые будут ехать с Минки, а перед тем, как попасть сюда, будут приезжать в ЖД-станцию Внуково, которая, собственно говоря, насколько я помню, в данный момент имеет большее количество останавливающихся электричек, чем станция Мичуринец. В данный момент больше, но здесь-то потом будет ехать. Здесь будет ТПУ, поэтому здесь будут все остановки. Просто на станции Внуково здесь мало этих самых парковочных, нет, где можно машины там оставить, еще что-то. Она сейчас, в принципе, уже загружена. А здесь будут крупные станции. Вот, например, я езжу на электричке в Москву. Потому что на электричке быстрее. Здесь ТПУ, тут машины, тут машины. Уже задохнитесь. Так ТПУ, это наоборот, прекрасно. Вот вопрос экологии. А нам-то что? У нас метро вылезло, все, пешком дошел, все, поехал. Просто, ну, как бы, вопрос экологии, вот я пытаюсь объяснить, он очень, этот самый. Мы живем сбоку огромного города. Вот они накоптили ветер луну, оно же все у нас. А леса горят в Твери, а мы дышим здесь. Это все понятно. Вы помните 50-й год? Но помимо этого, если у нас будет трасса, подобная трасса, я не говорю про районы значения, это же все равно будет иметь эффект. Это будет шум, это будет гарь. Я работаю на проспекте у нас, когда дышать нечего. Открываешь окно, дышать нечего, гарь. У меня ребенок, астматик, аллергик. Что мне еще добавить? Ну, и здесь лес вырубятся под какой-то ТПУ. Да, нет, там вырубятся. Вырубка леса, особо там чуть-чуть будет. Она лес, вырубка леса предусмотрена проектом застройщика. Не городом. Чтобы вы понимали. В смысле, а ему там что строить застройщику? Он дома вокруг пруда строит. Что он здесь вырубает? А он дома вокруг пруда не строит.
Нет, у него отняли водоохранная зона, отжали, оштрафовали. Да, пропуск остается. А дома-то, вот это же вся территория, она все равно абсолютно. Нет, еще раз, да, у него седьмая фаза. Он в шестой фазе не смог продать каждую пятую квартиру. 500 из 2500 квартир не проданы. В шестой фазе, похоже, ерунда. Седьмую фазу... Ну, сейчас просто, прямо... нет, ну сейчас из-за кризиса приостановились. А в связи с чем у нас кризис-то закончится должен? Да. Ну вот я тоже не знаю, это не кризис, а санкции с кризисом. Земли остались, проект остался. Кризис кончится, пойдут дальше продать. Да все пойдут, купят в ЖК «Позитив». Вот где позитивно будет жить. Шесть домов, ни школ, ни садиков, ничего. Позитив. Или ЖК «Свалка». Вот, поэтому как бы... А вы говорите, для чего они сюда будут на Мичуринск приезжать, чтобы на трамвай пересесть или что? На электричку. А, на электричку? А что, с Внуково не надо ехать? Невозможно доехать до центра? А, вы говорите, местные, да? Вы имеете в виду парковаться? Нет. Конечно, да. Там нет. Ну, здесь сейчас едут, там тут есть небольшая парковка, но она вот сейчас уже загружена, потому что сейчас пока все сюда ездят с области. Она вот, если туда пойти, вот парковка на сюда. А с другой стороны нельзя расширить? Там же, а на там Внуково. Жилой поселок. Он по эту сторону, по ту сторону тоже? По железной по ту сторону, да. Поселок станции Внуково. Поселок Внуково называется. Вот. Еще один как бы социальный получается проект со строительством этой дороги. Там улица железнодорожная, 15 домов, которые разваливаются. Вот в одном доме недавно обвал был. То есть там жители мы выселяли в гостиницу. Да, мы знаем, приходили они на публичное слушание. Да, вот у меня интересный вопрос. Вот чисто логически, абсолютно правильно было бы сделать следующим образом. Вот так вот, присоединить к ЗАО. Для чего? Да, здесь ОВД строится и так далее и тому подобное. И вот, а к нам это уже становится неудобно. И сразу можно было бы и поликлинику не строить. Ни детскую, ни взрослую. Ну, здесь как-то нарисован странно. Поликлиники, ладно. Да не надо вместо нее дом еще один. Или паркинг. Самое главное, чтобы у нас вот... Вот эта плоскостная парковка осталась. Потому что основная беда. Вот здесь вот 17-этажные дома, это не так страшно. Башня 300, 300, 300, 900 квартир. А Самуила Маршака там в районе 400 квартир. Здесь там в районе 500 квартир. А сейчас еще один дом заселяется. То есть это все 25-этажные многоквартирные дома. Что у нас здесь в парке? Без плоскостного мы просто... Да, да, да. Кстати, он ночью там уже боками ставит. Управляющая компания сейчас часть вагончиков уберет и еще поставит. Молодцы. Только если это все дело... Вот, если все это дело потом снесется, то ну смысл от того, что они вагончики уберут? Ну да, да. Нет, ну смотри, да, то есть вот, вот этот плоскостной паркинг, 4000 в месяц, худо-бедно всех спасают. Смотри, сейчас у нас получается, вот фактически по этой красной линии будет идти дорога. А справа от нее будет 11-этажный паркинг. Ладно, 5 этажей отдали в компенсацию за снесенные. Кто оставшиеся 6 будет покупать? Эти жители, им неудобно будет через дорогу ходить раз, два, да, там купить две полоски на асфальте за там 650 тысяч, платить за это налоги и еще коммуналку платить, ну да, клево, но у многих машины дешевле стоят. Эти люди будут сюда ходить. А напомните, вот этот паркинг насколько заполнен, а вот этот насколько заполнен. Здесь можно сейчас в отапливаемом паркинге снять место, там оно стоит там в районе, по-моему, 4500. И эти места нафиг никому не нужны. Что такое 4500, да? А нынешние 650 тысяч в банк под 10% это 65 в год. 65 в год это 5 с гаком у тебя останется. Дешевле снимать, и в любой момент 600 у тебя лежит. Хочешь гробовые, хочешь не гробовые. Ну смысл, да, владеть этим гаражом? Кто будет эти 6 этажей покупать? А дуру забубенит 11-этажную. Мы видели эту дуру вот здесь. Ну, то есть, что это будет? Он здесь, он абсолютно не нужен. Он ни для кого не нужен. Не, ну это уже следующему стало. Здесь сейчас. Я понял, предложение тоже неплохо. Опять же, да, на основании чего, не имея разрешительной документации, ГСК столица начинает здесь строительство. Помимо прочего, да, в течение 2 лет они берут взносы за то, чтобы стать членом, и гордо называется.
У них нет разрешения на стройку. Может, в окружную комиссию самовольного строительства подать? Да, там кто-то их уже там вроде как приедет. Госинспекция. Вазелина они не заслужили, по-моему. То есть вот они уже должны были в этом году сдать. Люди ходят, у них там вон половая дисфункция, седые волосы выскакивают, 650 тысяч пропало. Гордо членом называется. Еще членский взнос наверняка платить надо. А они там сейчас монолиты лют, которые потом разбивают за бюджетные деньги, дорогу прокладывая. Зачем? Я понимаю, гаражи, да, я за свой гараж бы бодался бы до последнего. Там можно бухать, жить, там тепло провел, там работать можно. Ну, то есть, да, гараж с погребом, ну, может, кого-нибудь привезти, там, связать, хранить, там, не знаю, оружие, склад сделать. Да, две полоски на асфальте, ну, кому они нужны-то? Они заявляют, что они там под лям будут потом стоить. Они нафиг никому не нужны. Ну, вот по Федосину все это дело пустить и... У меня вот, ровно сюда смотреть будут окна. Я понимаю, что дорога нужна. А вот 11-этажный гроб, ну, точно не нужен.